Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю играть в игру под названием Forbidden Siren. Так, все, я повозился немножечко с плагинами. Подъем. Быстренько бежим сюда. И сразу же открываем дверь, чтобы нас не заметили. Теперь нас не должны заметить. Отлично. Так, посмотрим, что у нас тут есть. Тут нет воды. Тут есть холодильник. Холодильник не подключен. Холодильник можно подключить? Если можно, то для чего мы его подключаем? Здесь у нас тупик. Так. Все закрыто, и радио есть. Тут есть магнитофон. Похоже, батарейки еще работают. Использовать дека. Что такое дека? Висит манускрипт с изображением сцены местной народной сказки. Висящий манускрипт был добавлен в архив. Стоп, архив. Так. Ну, давай используем дека. Так. Здесь у нас закрыто. Сейчас кто-нибудь сюда прибежит, да, получается? Стоп. Ничего нету. Не понял, она задом наперед, что ли, стоит? Давайте с нуля перемотаем. Это вроде пленка там какая-то стоит. И начнем слушать, может, там что-нибудь скажут. Не, вообще ничего нету. Так, интересно, а сейчас меня кто-нибудь заметит? Вроде как не заметили. Заметили. Похоже, вы могли бы сюда забраться, если бы могли на что-то встать. На что-то встать, а можно что-то притащить сюда? Стул какой-нибудь. О, стул, кстати. А, это стол. Нет, мы ничего не можем сделать. Двери можно закрывать. Так, пошли отсюда. Так, тут я смотрел. Что там написано? А, вывеска парикмахерского... Опа. Блин. А, вывеска парикмахерской упала. Так, по идее, парикмахерская, а дальше нет ничего.
Так, еще раз на всякий случай тут пробежимся. Нет, зря я сюда пошел. Не будем там на всякий случай пробегаться. Так, ну так, по крайней мере, меня никто не замечает. Вывеска парикмахерская упала, отлично. Стоп, а я здесь был? Мы отсюда возбегали другим персонажам, не помню, как их зовут, потому что у них сложные имена азиатские. Но мы здесь реально были. Все, мы сбежали. Миссия завершена. И если это называется дорога в куда-то там, то по идее мы сейчас будем проходить... А, нет, смотрите-ка. Минаки... А, подождите, Минаки... Мияка Кайджеро. Опять новый персонаж. А, это та девушка с собакой, которую мы видели в начале. С тобой все в порядке? Это нехорошее место. Так он с ней поговорил? Давай с тобой пойдем в церковь. Они должны знать, что делать. Собаки уже все мертвы. Я извиняюсь, но нам придется туда пойти. Ну, конечно же, мы хотим сохранить. Его звали, знаете, как Кайоко Суда, а сейчас... А, Кайоко Суда? Канджера же. Как ты зовут? Или это, типа, она с нас... С нами... А, так это вообще видеоролик был. Кайоко Суда. А, так мы за нее походу, тоже играть будем. Ты в порядке? Ты можешь идти помедленнее? Я тебя теряю. В смысле? Я ничего не вижу без провожатого. Ты... Твои глаза. Мияко, у тебя еще достаточно работы. Ты знаешь, что без тебя мы не справимся. До того, как кто-то совершит переход на ту сторону. На ту сторону? Похоже, что ты на совесть позаботился о моей сестре. Спасибо за это. Твоя сестра? Эй! Идем скорее. Я не совсем понял, она что, слепая, что ли? Достичь дороги в Таборе с Мияко Кайджеро. Найдите предмет, который может быть оружием. Цель задачи, короче, наша. Цель задания. Так, вещи. Даже фонарика теперь нет. Фонарик где-то посеял. Так, у нас что-то там доступно. Давайте посмотрим. А, фамильный регистр. Мияко Кайджеро. Отец. Масатаро Кайджеро, мать Сайоко Кайджеро, дочь Аяко Кайджеро родились. Так, родилась 24-1986, а сын adopted. Что такое adopted? Приемный? Нет, не может быть. Adopted. Что такое adopted, блин? Джун Кайджеро. И она его ударила, он, значит, злодей, что-то было там. Может быть, он ее бросил, или может быть, он и убил собаку вот эту как раз-таки. Так, где мы сейчас находимся? Ух, ё-моё, как тут сложно. Остатки костра, железный забор.
Так, стоп, а где у нас старт? Ага, остатки костра. Железный забор. Так, грузовик потом посмотрим. Вот этот отказный склад. Шлюзы. К церкви. На таборе. Смотрите-ка, мы можем и к церкви выйти, и можем выйти на таборе. Но нам надо, наверное, на таборе идти. Раз миссия так называется. Ну, мне тебя поднять надо. Иди сюда. Стоп. Сюда иди. По идее, если она слепая, мы ее не увидим. Это то, что видит она. Она ничего не видит, короче. Она реально, походу, слепая. Ориентируется она с помощью вот этой магической штуковины из чужих глаз. Так, ладно. Тут где-то должны быть остатки костра. Железный забор. Знаешь что? Давай-ка ты тут у нас... Подожди здесь. А я проверю, есть ли тут еще монстры. Монстры есть. Далеко. А это достаточно близко. Так, допустим. Это дорожки у нас изображены или что это такое? Так, у нас тут есть мост. Я уже достаточно далеко ушел. Ну, давайте посмотрим тут. А, так вот этот мужик. А, здесь ничего... Так, здесь ничто не выглядит полезным. Так, мужик, дай мне выйти. Тихо. Да ё-моё. Ты посмотри на меня. Так, мы сейчас тут все исследуем. Так, мужик тут у нас. Но он нас быстро потеряет, потому что такие монстры нас быстро теряют. Слишком долго он нас преследовать не сможет. Так. Еще кто-то нас... Ой, нет, только не ты. Короче, здесь тупик. Так. Давайте мы теперь пойдем прямо по этой дороге. Не будем направо никуда сворачивать. Там мужик, блин, с ружьем стоит. По идее... Мы, наверное, сейчас реку где-то должны перебегать. Ага. Так, мужик с ружьем нас заметил. И в спину мне шмальнуло. Так, хорошо, давайте посмотрим, что у нас вот здесь вот есть. Так, мы ее одну бросили, она боится, наверное, одна оставаться, она же ничего не видит почти.
Но она как-то ориентируется, Сорна нас находит. Оба, а что это такое? Камера поменяла направление, так. Покер. Был брошен в остатки костра. Похоже, это станет хорошим оружием. Так, поднять. У вас покер. Что такое покер, блин? Покер — это игра. Карты. Карточная игра. Это кочерга, блин. Так, архив. У нас ничего нового нет. Так, хорошо, мы добыли оружие. Это уже хорошо. Как им драться? Ну, чем-то похож стиль боя на Silent Hill. Скорее найди лидера. Какого лидера еще? Так, сюда не залезть. Но зато мы можем вот так вот залезть. Так, ну она вроде как без нас справляется, сама залазит. Так, правую часть мы всю полностью исследовали, кроме одного места. Там у нас что-то располагается на берегу. Даже я бы сказал, что это не берег, а обрыв какой-то. Подожди-ка, а разве я не сказал тебе вначале ждать меня? Так, костер, где-то вот здесь вот это должна быть. Пожалуйста. Так, это гора. И где-то здесь должна быть маленькая будка. Давайте посмотрим, что это такое. Она никак не отмечается на карте. Это, наверное, где-то на горе. Так, ну я опять сюда пришел. Так, она там что-то кричит. Пошли. Так, нам надо правой стороны держаться. Так, вот это железная калитка. Давай, иди. Я не понял, она смотрит на меня свои... То есть она смотрит на себя моими глазами. Ну, глазами персонажа. Где ты? Застряла? Она реально, блин, смотрит на себя с моими глазами. Замок ржавый и разрушенный. Похоже, что его можно легко разбить. Цель — возглавить поход к поселению чего-то там. Не успел почитать, но мы можем вот так вот посмотреть. А, нет. Ну, короче, мы не посмотрели, но ничего страшного. Так, допустим, слева от нас должно быть два каких-то помещения, домик или... А, это камни. Так, это фонарь, его нельзя зажечь. И тут еще что-то. А, это...
памятник какой-то или крест. Впечатляющие надгробие неясно вырисовывается над пространством. Наверное, оно принадлежит человеку. Так, человеку местного значения. Деревянный памятник, возможно, религиозной значимости, был построен здесь. Черт, нас кто-то заметил. Нет. Будем драться? Ага, будем драться, конечно, он меня сразу же схватил. Да блин, он сейчас меня убьет так. Ясно. Мне теперь надо научиться драться еще. Так, он где-то здесь. Да блин, опять меня схватил, а? Как так-то? А в прошлый раз такого не было. В прошлый раз у меня был шанс его ударить. Давай, иди сюда. Посмотри на меня. Давай быстрее беги только. Где ты? Он может сейчас встать, они походу встают, и... А я их... Подождите, а может их добить как-то можно? Черт, меня еще кто-то заметил. Нет. Так, вон этот зомби. Пошли наверх. Так, здесь у нас есть река. А у него оружие круче, у него топорик. Так, мы друг друга ударили. Тихо. Я хочу попробовать, может, можно спрыгнуть в реку? В реку спрыгнуть нельзя. Пошли за мной. Так, тут у нас есть две лестницы. Так, отсюда он спрыгнул. Пойдем сюда. Так, мост. Так, еще одна дверь в церковь. Но нам туда не надо. Похоже, это задние ворота церкви. На них крепкий замок. А на них мы проникнуть и не сможем. Ну, то есть, сквозь них. Потому что заперто. Это фонарь. Его нельзя зажечь. Мне не видно. Посмотри на меня хорошенько. Так. Вот сейчас отмечается то, что дверь закрыта. Так, тебе не видно? А ты пока подожди.
Что тебе не нравится? Меня кто-то заметил. Так, я спрыгнул в самый низ. Блин, тут несколько зомби. Так, по крайней мере, я могу с ними сражаться, это хорошо. Так, фонарь, я понял. Фургон. На земле отвертка. Блин, у него ружье, это тот самый. Так, стоп. Пошли-ка мы к фургону. Так, что там он... Блин, что он там сказал? Это покинутый автомобиль. Двери закрыты и невозможно открыть без ключа. Блин, вот же блин. А давай залази. Попробуй залезть сюда. Ну же, давай, залезь. Залезь сюда. Вот это я вам мастерски подловил. Так, стоп. Блин, вот же... Он прям в нас смотрит. Так, рядом с контейнером. Я здесь не был ни разу. Ах ты ж... А, так это же ты... Ну давай, иди. Вот же, блин. Так, ладно. Надо найти... Так, это точно не он. Кто-то в нашу сторону идет. Так, это... Мужик с ружьем пришел сюда. Да блин, отстань. Так, зато я знаю то, что мужик с ружьем сюда придет. Нам его нужно только подловить. Понял, а кто меня замечает, что он сюда приходит? Отлично, кто-то заметил.
Так, вот он. Блин, и мужик с ружьем пришел сюда. Тихо, 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 тихо. Да почему, дурак? Вот просто стоит тупо и ждет пока. Пока в него выстрелят. Меня уже кто-то заметил. А значит, тут мужик с ружьем стоит. Блин. Опять меня схватил. Тихо, он должен промахнуться. Ну, конечно. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.